28 сентября, в преддверии двух профессиональных праздников – Дня воспитателя и Дня учителя, в Железногорске прошел уже второй фитнес-фестиваль «Осень в кроссовках», в котором приняли участие школьные учителя, а также педагоги дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города. Второй фестиваль, будем считать, уже состоялся, потому что мы все здесь, и это замечательно. Спасибо всем, кто изъявил желание сегодня участвовать, спасибо всем, кто нашел в себе смелость, настойчивость, настырность выйти на эту сцену. Спасибо всем, кто пришел поддержать наших с вами коллег. На сцену Центра досуга вышли 16 команд. Это представители 9 детских садов, 6 городских школ и Дворца творчества. Тематика праздника в этом году была посвящена столетию комсомола. Все команды хорошо подготовились и поработали над костюмами. Многие участники были в красном, отражая дух ушедшей эпохи. Организатором фестиваля выступает Федерация бодибилдинга и фитнеса Красноярского края совместно с Управлением образования и администрацией Железногорска. Оценивали выступления наших педагогов профессиональные спортсмены и судьи со всего края. В результате победителями состязаний стали команды 62-го детского сада и школы номер 106. Мы учим фитнес на Спадрио. Спадрио, 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 Спадрио. Олег Оржанников это одобрил. Оля, одобрил. Врипу одобрил. День чемпионов начинали мы легонько. В четверть силы потихоньку. Ты сказал он об этом России. Как женщины красивые прыгают в лосинах. Ну понятно. Понятно. Не, правда, у меня костыль не деревянный, а металлический, ну, и на двух ногах, поэтому нормально все. Проблема, вот пуговицы, думал, Валерий Геннадьевич задержится, с ним пиджаками поменяться, неудобно в растем там выходить. Команда педагогов Дворца творчества, по мнению многих, была лучшей, но жюри решило, что их нельзя оценивать вместе со всеми, так как в ее составе были профессиональные хореографы. В результате наши педагоги завоевали приз зрительских симпатий, с чем мы их от души поздравляем. Команда «Сибирята» впервые выступает на нашем фитнес-фестивале. И все вы, наверное, видели, что это очень команда профессиональная. Команда профессионалов. Спасибо вам. Алексей Баганов, Данила Чернаков. Специально для канала проекта «Школа Росатома», Атом ТВ.